Птичий дом. Сегодня у нас 7 марта. Ну и выбрался я половить птичек. Погода отличная. Где-то минус 10, минус 12. Ветра фактически нет. Птица уже летит. Сейчас где-то около 8 утра. Наверное, без 15, где-то так. Только выставил птицу, появилась овсянка. Появился лепор, подскочил. Ну, поэтому не буду долго рассуждать, у меня все уже готово. Я, наверное, буду собирать манатки свои и прятаться куда-нибудь. Ну, и глядишь, сейчас овсянка как минимум должна залететь. Заскочила у нас овсянка. Я, если честно, даже не заметил, как это произошло. Ну, в общем, попалась. Вот он, что из него выйдет. Я не очень люблю вот такую птицу, потому что она, как правило, бешеная в клетке. Вот из тех овсянок, которых я ловил до этого, это порядка 10 штук, я отобрал себе всего одну. Вот ту, которую сейчас таскаю на байку. Так что будем смотреть. Ладно, все, ловим дальше. Вольчик попался. Вообще птица бьется в сеть много, но я не очень удачно расположил нижний карман. Поэтому птица бьется, попадает на снег, от снега отталкивается и выходит. Ну и бонусом два щегла залетели и вообще в одно место. И вышли через дырку. Они просто прошли. Ну, всякое бывает. Как бы нам сегодня мне не столько птица, сколько сам процесс. Щегольчик неплохой.
прилетел чижичек, воткнулся в сеть. Сейчас покажу его. Ну, ничего волшебного, зелененький. Ну, в целом птичка неплохая. Ну, как воткнулся? Я его чуть-чуть подогнал с обратной стороны. Вообще, как вы, наверное, заметили, поднялся ветер. И ловить стало не очень комфортно. Даже хотя бы по тем ощущениям, что морозит. Прям морозит по-хорошему. Ветер, несмотря на юго-восточный ветер. Ну, наверное, для полноты коллекции надо мне еще лепора сегодня поймать и собираться домой. Потому что не нравится мне эта погода. Холодно, ветрено. Сеть паруса. Ну, посижу еще часик, а там дальше видно будет. В общем-то, как по заказу, поймал лепорочка. Лепорочек красивенький, красненький. Вот такой вот, надеюсь, видно хорошо. Ну, в целом, все, что брал с собой, всю птицу, которую с собой брал, всего по чуть-чуть поймал. Наверное, постою еще часок. Вроде как шевеление пошло какое-то, потому что, ну, совсем тухло было последние, наверное, минут 30-40. Вроде птица зашевелилась. Но если не будет ничего, то отправлюсь домой. Вообще была надежда, что начался пролет хоть чего-нибудь. Ну, совсем тишина. Ни жаворонков, ни зябликов. Ничего я не слышал за утро. Но она погоду и не располагает. Наверное, еще дней 5-6 придется ждать. В общем, вот такие вот дела. Продолжаем вести наблюдение. Ну вот, дело пошло повеселее. Еще два лепорочка. Красненькие, красивенькие. Ну и где-то тут рядышком лазит щегол. Сейчас я пойду закину лепоров. Один прямо подлец клюется. Сейчас закину лепоров, ну и пойду. А, все, вижу. Пойду, наверное, подгоню щегла. А может, он сам подлетит, пока меня не будет. Ходил туда-сюда, брал новую, заскочил лепорок. Ну, заскочил он с обратной стороны сетки. Даже на видео это дело не попало. Ну, наверное, на этом я закончу сегодняшнюю ловлю. Пойду сейчас попью чайку. Буду собираться, потому что ветер просто ужасный, ледяной. Блин, сеть валит. Вы, я думаю, видите сами, как она сейчас выглядит. Наверное, сегодня все. Спасибо всем большое за просмотр. Не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии и ставить лайк. Ну, вдруг что-то попадется, вы это увидите. Я еще буду пить чай. Всем пока.